Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 3, страница 76, из раздела «Это ты знаешь и умеешь». Спиши текст. Напиши вопрос к каждому слову четвертого, пятого и шестого предложений. У деревни течет широкая река. Разная рыба живет в ней. Под корягами спит усатый сом. Ощетинился колючий ёрш. Блестят серебряные плотвички. А вот зубастая щука притаилась. Хищная рыба вышла на охоту. Прячься, речной народ. Подчеркни опасные места в словах. Запиши слова с корнем рыб. Разбери по составу слово «мир» и сделай звукобуквенный анализ к слову «усатый». У деревни течет широкая река. Подчеркиваем опасные места. Рыба живет в ней. Под корягой спит усатый сом. Что сделал? Ощетинился. Какой? Колючий. Кто? Ёрш. Блестят какие? Серебристые. Кто? Плотвички. А вот какая? Зубастая. Кто? Щука. Что сделала? Притаилась. Хищная рыба вышла на охоту. Прячься, речной народ. Обратите внимание на ошибки, опасные места в тексте. Выделим корни в слове рыба, рыбный, рыбка, рыбалка, рыболов, рыбак, рыбачить. Корень рыб. Разберем по составу слово мир. Корень мир. Окончание нулевое. Основа мир. Разберем. Сделаем звукобуквенный анализ слова усатый. Усатый. В этом слове 3 слога, 6 букв и 6 звуков. У – это звук гласный, он безударный. С – звук С. Согласный, глухой, парный, твердый, парный. А – это звук гласный, он является ударным. Буква Т – звук Т. Согласный, глухой, парный, твердый, парный. И – это звук гласный, безударный. И – звук согласный, звонкий, непарный, мягкий, непарный. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.